Привет, дорогие друзья, постоянные мои зрители. Всех приветствую на своем канале. Кто смотрит, да, мой канал, наверное, видел, мне приходил вот такой вот смарт-кейс для моего iPad Air. Наконец-то я пришел, абсолютно новый. Кто не знает, через полгода после покупки у меня просто, как вам сказать, выключился аппарат, устройство вот это вот. И все, как я не пытался, включить его не смог. В общем, в ремонт отдали, и в сервисном центре сказали, в общем, то, что аппарат на замену. Давайте его вытащим из пленки. И попробуем вставить его в этот кейс. Что же вам скажу, подошел довольно-таки неплохо. Он стоит или находится. Все, видите, все тут аккуратненько. Все кнопки, переключатели, кнопка включения. Микрофон, разъем для наушников. Кабель зарядки, синхронизация. Видите, эти динамики тоже закрыты вот такой пластмассовой сеткой. Ну, не очень-то он и толстый стал с этим чехлом, я вам скажу. Ну вот стоит он. И так стоит. Так, как тут он у нас? Ага, вот магнит. Вот, значит, он так стоит. Ну видите, да? Вот у него угол такой. И в режиме набора текста, вот. Ну все довольно таки очень даже хорошо, очень доволен я. Посмотрим, работает у него или нет вот эта штука, блокирует она или нет. Еще давайте посмотрим, сейчас он загрузится. Да, он работает, все хорошо. Не знаю, как вам показать. Вот видите, включается. Ну что ж, все, очень я доволен. А на этом пока-пока.